провожу тест съемки со стабилизатором Хахим. Так, сейчас иду по ступенькам. Так, пробежался. Значит, снимаю на Samsung A51. Разрешение 4К на основную камеру. Снимаю на 4К, потому что при съемке 4К на этом телефоне отключается электронная стабилизация. И телефон снимает без нее. Так, значит, прошелся я сразу по ступенькам. Сейчас иду просто по прямой. И сейчас еще пробегусь метров 30. А потом все то же самое проделаю, но уже при съемке с рук. Так, значит, вот подошел я к школе. И пробегусь именно по вот этой вот прямой. Ну, для теста, я думаю, этого будет достаточно. Сейчас все то же самое проделаем, но уже при съемке с рук. Провожу тест съемки со стабилизатором Хахим. Так, сейчас иду по ступенькам. Так, пробежался. Значит, снимаю на Samsung A51. Разрешение 4К на основную камеру. Снимаю на 4К, потому что при съемки 4К на этом телефоне отключается электронная стабилизация, и телефон снимает без нее. Так, значит, прошелся я сразу по ступенькам. Сейчас иду просто по прямой. И сейчас еще пробегусь метров 30. А потом все то же самое проделаю, но уже при съемке с рук. Так, значит, вот подошел я к школе. И пробегусь именно по вот этой вот прямой. Ну, для теста, я думаю, этого будет достаточно. Сейчас все то же самое проделаем, но уже при съемке с рук. Так, проводим тест сравнения, как снимает мобильный телефон со стабилизатором и без. Так, спускаюсь по ступенькам. Сейчас снимаю без стабилизатора. Вообще пользуюсь вот этим стабилизатором Хахим. Снимаю на Samsung A51 на основную камеру, не на широкоугольную, в разрешении 4К. При съемке в этом разрешении у телефона отключается электронная стабилизация и снимает без всякой стабилизации. 4К тут идет 30 FPS. Я прошелся по ступенькам, сейчас прошелся просто по земле, а сейчас еще пробегусь вот метров 30. Пробежался. Так, теперь все те же самые действия я проделаю и со стабилизатором. И, как говорится, почувствуйте разницу. Если вам все понравилось, ссылочка на этот стабилизатор будет в описании. Это недорогой стабилизатор, до 100 долларов. Я его покупал 11.11 на распродаже 11.11. По-моему, за 80 долларов. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки.